Привет, мой дорогой немногочисленный подписчик. У меня тут некоторые проблемы с интернетом. Нормальный интернет появится только 12 числа, поэтому, ну, может, до этого времени я выложу амнезию, как планировал, Вульфенштейна, еще что-нибудь. Почему я это сообщаю? Вас, ребята, не так много, всего 40 человек, да и большинство особо не отписываются, лайки там не ставят. Да ладно. Но все же я хотел предупредить, чтобы вы были в курсе всех событий, поэтому я сейчас пишу вот это. В будущем, в ближайшем, будет Амнезия, Вульфенштейн, Ауткаст, много чего еще. Вы, кстати, очень бы хотелось, чтобы вы немножко попиарили меня. Нет, не то чтобы я напрашивался, но просто я думаю, вам будет приятно, когда меня будет смотреть больше людей, появится хоть какая-то, не знаю, поддержка. Что-то типа того, да. Надеюсь на скорую встречу, на самом деле. Мне это доставляет удовольствие, и мне очень трудно ничего не делать. Вот. До встречи. Это был Гостев.